приглашаю сюда звезд этого дня сегодня, спортсмен Тирачинского клуба. Ярополк, группа Ярополк, ваши овации! Всем привет! Привет, дорогие друзья! Здорово, защитника Отечества! Мы желаем счастья и всех благ каждой семье, и особенно нашим мужчинам! Мы начинаем! Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности, ни по радам. В небе крылатые птицы под управлением НАСА. На прицеле пираты воздушного пространства. ВМФ России охраняет границы, врагу не позволяя проявлять своих амбиций. Система ПВО гарантирует чистого неба. Не только над Россией, но еще и над соседями. Нам не страшны враги, ведь мы номер один по праву. Наш потенциал направлен только лишь во благо. Березы, тополя, поля, святая русская земля, святая русская земля. Прокладываем тропы к сердцам людей, всем подвигам героев память вечность. Мы на одной планете, за мир для всех. Наше оружие — любовь и человечность. Надежда и вера в наших глазах. Сжимается сердце в борьбе за свободу. Ты человек, друг, а не враг. Единство — оружие наций, народов. Уверенность и сила, мощь современных орудий. Гордость от того, что все это заслуга русских. АК-47, легенда военных историй. Граница на замке, пока что рука на запоре. Т-90 не имеет аналогов в мире. С опытом выигранных войн взгляды становятся шире. Мы не агрессоры, Ярополк за свободу. Интересы русской земли и ее народа. Люди с широкой душой, с надеждой, верой в победу. Мы шли героями, других вариантов здесь нет. Наши мы в годы войны, калашников, тополи, яйца. Враги бежали не до Берлина, бежали до Майса. Спокойно спит моя страна, уверенная в завтра. На страже Родины ракеты, что быстрее ветра. И к четырем стихиям, что известно миру, прибавь еще одну, ее зовут Россия. Россия, моя Россия. Оружие нации мира. Ты человек, а не враг, да?